Работа с инвестором идет в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Мельница будет производить муку для пельменей и кулинарных изделий. Предприятие по выпуску гепарина и вовсе можно назвать стратегическим. У нас гепарин в Российской Федерации сейчас полностью закупается из-за рубежа. Это чистый импорт получается. И для нас ключевая задача договориться с Мираторгом, чтобы это производство разместилось у нас на территории Курской области. В следующем году на площадке в Черницыно должна заработать и мясохладобойня компании. Таким образом, количество рабочих мест увеличится до 5,5 тысяч.